В заключительных сериях сериала «Скажи что-нибудь хорошее» Георгий с Пашей гостят у воскресшего Королева. Тем временем на хуторе полным ходом идут два расследования: покушение на Миреллу и кража из сейфа председателя. Федор с подельником оказывается в числе главных подозреваемых. Очередной коварный план Липатова по присвоению активов Королева грозит обернуться против него же самого. Георгий рассказывает Паше о реальных событиях, произошедших перед его исчезновением. Георгий и Паша понимают, что им необходимо спасать Женю и ее мать. Липатов сквозь автомобильное стекло замечает Георгия. Георгий разговаривает с Липатовым по Пашиному телефону. Он забирает еле живую Женю из больницы, и вместе с ее матерью они отправляются на хутор. Липатов с небольшим опозданием пускается в погоню за беглецами. Им предстоит решающая встреча на хуторе.